А следующая песенка на стихотворение Анны Барковой. Стихотворение написано в 1921 году, называется «Милый враг». Но удивительно, что, читая это стихотворение, я вдруг осознал, что зачастую в России какие-то вещи или в окружении России происходят не по спирали, а по кругу. Что-то зацикливается все-таки, то ли в мозгах, в верхах, то ли, но не в людях, конечно. И вот следующая песенка от имени женщины называется «Милый враг». Саша, спасибо Виктору Павлюку за гитару, любезно предоставленную маэстро. Спасибо, да. Монстр практически. На той стороне мой давний друг.